А потом уже в школе я влюбился в девочку, отличницу, хорошенькая такая Люда Боярская была. Вот. И она на нас, мальчишек, не обращала внимания. И я, чтобы ее привлечь, я написал стихотворение. Помню до сих пор. Если бы я родился поэтом, верно прославил себя бы стихом, много писал бы о том и об этом, снова об этом, но больше о том. Но ничего не получилось.